Перед вами лучшая цифровая самодельная антенна всех времен и народов. Делается элементарно. Нам понадобится кусок кабеля 30 сантиметров, видите, с двумя переходниками на концах. Еще два куска антенны только с одной стороны. У них переходники по 15 сантиметров. И два по 12 сантиметров с обеих сторон переходники. Три сплиттера. Достать их можно где угодно, в магазинах, в интернете. Так, теперь берем, кладем сплиттеры вот так. Это переверну. Вот так вот. Просто повторяйте, как делаю я, и все. Вот так вот дугой складываем эту длинную часть. Вот так вот у нас получается. Это первый шаг. Второй шаг. Привинчиваем на оставшиеся места. Смотрите, видите, вот эти места будем оголять сейчас. Примерно сантиметра два. Вот так вот. Все ненужное убираем, оставляем только медный провод. Вот это все убираем. Вот так вот должно получиться. Видите? Так, теперь сюда вот эти короткие. И сгибаем их вот так. Так, вот так вот. И вот так. Вот. Завинчиваем этот сплиттер. Вот что у нас получается. И теперь нам остается подсоединить это к антенне. Одну сторону в нашу конструкцию, другую в телевизор. Прошу прощения, у меня тут беспорядок, чемодан. Вчера приехал из командировки, еще не разобрал. Надо будет убрать. Все, включаем антенну, и у нас появляется отличное изображение. И мы можем смотреть телевизор. Откуда я все знаю? А я смотрю телеграм-канал полезных советов. И вам тоже советую. Подписывайтесь.